50 орловских гранатоносцев в одном месте. Самых целеустремленных представителей нового поколения сегодня чествовал губернатор. В круглом зале областной администрации собрали учащихся, отличившихся в разных сферах. Там были ученики хореографических школ и спортсмены, и изрядно обтесавшие научный гранит аспиранты. Достижения, что привели их к гранту, тоже разные. В зале лауреаты всероссийских предметных олимпиад и победители творческих и профконкурсов. Евгения Дудочкина, например, награда нашла в армии. О президентском гранте на его имя он узнал лишь неделю назад. Я этого, конечно, очень не ожидал. Это очень доставило мне такое волнение, как именно я, почему именно я задал себе вопрос. Женю отметили за успехи в обучении профессии. Этой весной он признавался лучшим сварщиком области. На 4-м курсе мы начали подготавливаться к областной олимпиаде. На протяжении 2 месяцев мы готовились к выступлению. Выступили очень хорошо, заняли мы 1-е место. Помимо заслуженных наград, одаренные орловчане получили и возможность лично пообщаться с руководством области. Диалог незаметно затянулся на 2 часа. Если они есть, это хорошо.